На конкурс дети читают стихи. Меня зовут Кальянова Виктория, мне 15 лет. Я хочу вам рассказать свой любимый стих. Александр Сергеевич Пушкин. Узник. Сижу за решеткой в темнице сырой, скормленный в неволе орел молодой. Мой грустный товарищ, махая крылом, кровавую пищу клюет под окном. Клюет и бросает, и смотрит в окно, как будто со мною задумал одно. Зовет меня взглядом и криком своим, и вымолвить хочет: «Давай, улетим! Мы вольные птицы, пора, брат, пора! Туда, где за тучей белеет гора, туда, где синеют морские края, туда, где гуляем лишь ветер и я».